Березники вошли в рейтинг российских городов с благоприятной городской средой. Эксперты Минстроя обследовали больше 1000 населенных пунктов. Города, набравшие более 180 баллов из 360 возможных, отнесли к территориям с благоприятной средой. Березники набрали 189 баллов. В Пермском крае таких городов 3, в числе лучших еще Оса и Верещагино. Пермь набрала 153 балла. Это один из худших индексов среди российских миллионников. По данным Минстроя, только 23% городов имеют благоприятную для жизни среду. Наибольшие баллы по стране, как и ожидалось, оказались у Москвы и Санкт-Петербурга. Далее следуют Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и Красноярск. А мы напоминаем, наша территория может стать еще лучше. Березниковцы продолжают голосовать, какой объект нужно благоустроить на правом берегу. Город готовится к всероссийскому конкурсу. К рассмотрению предлагаются следующие территории. Исторический комплекс Усолья-Строгановская, парк в северной части Усолья, между улицами Свободы, Володарского и Соливаров, детская игровая площадка в южной части Усолья, район детского сада номер 5. Проголосовать можно несколькими способами. Написать в интернет-приемную главы города или на электронную почту, а также прийти либо в управление культуры по адресу Ломоносова 60, либо оставить предложение в специальных местах сбора, адреса на экране. И о погоде. В Березниках выпадет экстремальное количество осадков. В Прикамье в ближайшие дни обещают мокрый снег и ледяной дождь при температуре близкой к нулю. Завтра потеплеет до плюс 6. И до 7 ноября может выпасть экстремальное количество осадков до 300% недельной нормы. Больше всего снега будет в Березниках, Губахе и Чердыни. К выходным по всей территории региона резко похолодает, по северу до минус 15. Новости коротко подготовила Евгения Кокшарова.